6-й раз чемпионка мира. А мичка Ольга Еременко, побив свой же рекорд, подняв гирю 204 раза, стала лучшей на планете. Мировой форум проходил в Латвии. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 30 стран мира. 19 октября заместитель министра спорта Омской области Антон Скорбогатов поблагодарил Ольгу за успешное выступление. Хочется сказать, что отметить работу тренеров, отметить работу федерации, в том числе федерации всероссийской, которая многое делает для того, чтобы спортсмены наши развивались, и результаты эти были стабильными, постоянными, привычными для нас. Роль наших учреждений, которые этих людей присматривают, подбирают, прослеживают, отслеживают. Здесь неоценимо. Все работают на результат. Собственно говоря, и формирует. То есть верхушка айсберга – это наши дорогие спортсмены, а все люди, которые там стараются для этого, они фундамент, опора. На самом деле очень приятно было, что меня встретили в аэропорту. Это, конечно, все и благодаря моему тренеру Александру Сергеевичу, что он договорился, вел работу с Министерством спорта и до сих пор ведет и с Центром спортивной подготовки. И когда я приехала с чемпионата мира, меня встретили с цветами, с телевидением. Это для меня было так, немного непривычно, насчет телевидения. Потому что в прошлом году меня Галина Андреевна встречала с цветами, и в этом году уже не встречал тоже Андрей Викторович, да. Поэтому было очень приятно, на самом деле. Но работа ведется, видно, что работа ведется. Все равно, хотя и знаешь, что ты готов, и что вроде тебе сказали, что у тебя не будет соперника в твоей весовой категории, но все равно ты работаешь на собственный результат, чтобы побить собственный рекорд даже, да, и хочется, чтобы он был побит, сделать больше, и поэтому все равно ты волнуешься, как ни крути, хоть у тебя и нет соперников. Ты борешься сам с собой, получается. Гиря очень легко рвалась, и я немного перестраховалась, на самом деле. Можно было, темп взять повыше, но я перестраховалась, 5 минут 20-м темпом, для тех, кто знает, пошла, а уже на 6-й минуте я прибавила 21-м темпом пошла, потому что чувствую, что легко, и чувствую, что если в следующий раз так же подготовиться, так же буду готова физически и морально, то можно уже 210 за 210 спокойно зайти.